Рубрику «Автомат» интересно смотреть, но не хочется в нее попасть. Герои сегодняшнего выпуска были сфотографированы прямо на месте нарушения. Город Могилев, проспект Пушкина, 53. Водитель авто постоянно паркуется на газоне возле подъезда. Тут надо не только штраф, но и лопату. Пусть газон перекопает. Помогите, сил больше нет, пишут жители 18-го дома по улице Дурова в Могилеве. Сколько ни просили убрать машину, ноль реакции. Паркуется прямо на тротуаре, хотя место вокруг вагон. Этот решил, что он пешеход. А вот во дворе на Непокоренных 60. Кажется, кто-то машинку в песочнице забыл. И вновь областной центр, улица Рогачевская, средняя школа номер 43. Неужели нужна еще одна трагедия, чтобы понять, где можно парковаться, а где не стоит? А теперь пришла очередь других городов области. Город Бобруйск, улица Комсомольская, 33, напротив краеведческого музея. Дама на Митсубиши припарковала машину более чем на полчаса и тем самым заблокировала выезд из двора. Не умеют парковаться и в Бобруйске, по улице Дзержинского, парковка возле рынка. Город Шклов, принимай очередной автохлам. Будем готовиться ко второй зиме. Улица Энтузиастов, дом 8. Заканчиваем видео, которое могло повлечь за собой страшную аварию. Водитель Мерседеса выскакивает как черт из табакерки. Слава богу, все обошлось. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» @tut.by.